Какие мышцы женщины тренируют больше всего? Пресс? Ягодицы? На самом деле, только тренированные мышцы тазового дна позволят вам быть здоровыми, счастливыми и очень сексуальными. Проблемы, связанные с мышцами тазового дна, встречаются очень часто у любых женщин, независимо от расы, религии и знака зодиака. С моей женой это произошло после рождения ребенка, когда она обнаружила, что у нее недержание, она реально расклеилась. Итак, что это? Мышцы тазового дна удерживают органы внутри. Матка, мочевой пузырь и, о, влагалище. Мышцы удерживают органы, как канаты удерживают подвесной мост. Но беременность и роды растягивают и рвут эти связи. Происходит опущение и выпадение половых органов, вы не можете контролировать мочеиспускание, появляется недержание мочи, а самое ужасное – сексуальная жизнь. Она просто рушится. Хорошие новости. Есть упражнение Кегеля для тренировки мышц тазового дна. Плохие новости – это скучно до омерзения. Надо заниматься по 20 минут в день, 3 месяца без перерывов. Моя жена бросила после второй тренировки, и она не одинока. Именно поэтому мы придумали Magic Kegel Master. Magic Kegel Master – это силиконовое устройство, которое, находясь во влагалище, создает необходимые вибрации, а датчик давления контролирует силу напряжения мышц. Его преимущество в том, что он не имеет никаких соединительных проводов, а управляется дистанционно с помощью смартфона. Вы открываете специальное приложение, с помощью Bluetooth смартфон соединяется с тренажером, и вы начинаете тренировку. Первый комплекс. Напрячь мышцы и удержать их. В процессе тренировки Magic Kegel Master постоянно дает голосовые подсказки. Отдохните 5 секунд. Вы можете использовать смартфон на операционной системе iOS или Android. Аккумулятор тренажера заряжается от розетки или от компьютера через USB-кабель. С помощью Magic Kegel Master можно тренироваться, находясь в любом месте. И никто из окружающих никогда не узнает ваш секрет, потому что тренажер управляется дистанционно с помощью смартфона. Magic Kegel Master поможет миллионам женщин забыть о скуке, тренируя мышцы тазового дна. И моя жена, и другие женщины смогут забыть о недержании мочи и радоваться жизни. Они заслужили это. Пока я не забыл, мышцы тазового дна еще называют мышцами любви. Они нужны для того, чтобы вам было хорошо. Приобретайте тренажер Magic Kegel Master в интернет-магазине repro21.ru.